Привет, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я выехал в Карпаты и показываю вам, какой у меня средний расход. Проехал где-то 250 километров, еду со скоростью 90 километров в час. Где населенный, там населенный, и у меня 6,6. Заправился ОКО-пульс. В дальнейшем буду пробовать заправиться обычным дизелем, посмотрим, какая будет разница. Ну и, возможно, заправлюсь еще на Волге, тоже посмотрю, какая будет разница. Все-таки ехать надо где-то 1100 километров в одну сторону и точно так же назад, так что время как раз самое то, чтобы проверить свой расход, проверить, какой дизель будет действительно экономный. Ну, для среднего расхода, для внедорожника с полноценными мостами, я считаю, это отлично. Я ездил в этом году, в начале лета, Фордом, то у меня расход был 7,4. Только у Форда мотор 1,5 бензина. Тут у нас дизелечек 2,7 и такой прекрасный расход. Ну, периодически буду снимать и потом подведем итоги. Все, дальше будет. Расход упал спустя 50 километров еще. Так что у нас теперь 6,5. Можете, кстати, посмотреть, как ведет себя датчик давления масла новый. Киев, пробка, поднялось до 7. Выехали с Киева. Залил обычного ОКО, дизель обычный. Ну и жду, когда упадет расход. Буду ехать, сейчас пока круиз, на круизе не получается. Ставлю на круиз 90, когда перейду. До скольки он упадет? Вот это и будет мой расход на этом дизеле. Все, дальше. Наконец-то чуть рассосались, потому что была очень загружена дорога. Вообще не получалось ехать нормально. Постоянно приходилось обгонять. Ну, все равно чуть упало, уже 7,2. Опять включил уже 90, и вот сейчас будем смотреть. Я просто не нулю, а за все протяжение, сколько буду ехать, хочу, чтобы оно осталось, и на 1000 километров увидеть, какой будет расход. Ну, а за счет другого дизеля в районе, думаю, пройденных 300 километров, все-таки он упадет до того значения, на каком он действительно едет на этом дизеле. Двигаемся дальше. Накрылся круиз у меня. Прикол в чем? Включаешь свет, вырубает круиз. Включаешь круиз, только включаешь свет, и все. Так что выбор, конечно, очевидный.
еду со светом. Ну а сейчас еду, сколько педалька там нажала, 90, 90, 100, 100. И 7,1. Уже я показателей 6,6 или сколько там у меня было на том топливе, я его не вижу. Ну и круиза нету. Вот так вот. Плакать не будешь? Астрид жена, наверное, высажу. Все, ребята. Ну что, ребята? Простоял я 2 часа, почти 1:40. Я перед этим сказал, что включение света, да, у меня пропадал круиз. Как оказалось, ехали за нами, догнали нас наши знакомые, те, что с нами едут в горы. И они говорят, у вас габариты не горят. Ёханый баба, я остановился, где был свет. Ну и полез к габаритам. Оказалось, когда я был на мойке, мыл машину, у меня где-то была трещина в фаре, в стопе, пардон. Попала туда вода, окислились контакты. И я пока позачищал эти контакты, вроде все нормально, начинаю вставлять, не работает поворотник. Очень сильно продолбался, так как ячейка туда, куда вставлять, она чуть провалена. И, в общем, 1:40 я долбался, делал, пока все сделал. Ну, слава богу, выехали, пусть и потеряли 1:40, ну, основное, что сделали. Круиз пока не включаю, но я думаю, проблем уже с этим не будет. Так что пока двигаемся дальше, появится свет, будем экспериментировать. Но ночью эксперименты эти проводить пока не буду. Вот такие вот дела. Расход уже 7 литров. Еду где-то 90-100. Еду 110, уже 12 часов почти, расход 6,6, так что нету смысла переплачивать на ОКО, покупая ихний пульс дизельный. Так что эксперимент провел, буду покупать теперь обычный дизель 100%. До сих пор едем, 4 утра, Ивано-Франковская область, дорога хреновая, туман, блин, не разогнаться, едешь, блин, 50-70 километров максимум, уже скоро будет солнце вставать, ну, зато километраж пройдено 881, и мы не со старта его включили, так что километров 900 уже проехали, и 6,8 я не обнулял всю дорогу, так что... А, 808 это до заправки, 898, 900 почти. Ну, 900 километров, да. Вот так вот. Ну, едем с противотуманочками, потому что туман периодически... чтобы не клацать туда-сюда. Фух. Осталось немножко, но даже эту сотню будешь ехать долго по такой дороге. Все. Доброе утро. Поспали несколько часов. У нас уже две машины. Две машины приехали.
Что, ребята, я это сделал, поднялся на гору Пипиван. Это было очень тяжело. Прошел я 27,5 километров по горам. Так что вот такая здесь местность. Держу путь. 7,2, меньше сотни не опускаю, 100 при обгонах, 120-130, проехал уже 1500 километров, грубо говорю. Ну, до Киева осталось где-то километров 250 и еще 350, так что двигаюсь дальше. Уже утро, едем, остановились на заправке, поспали 3 часа, кто смог, тот уснул, и двигаемся дальше. Пройдено расстояние 1900 километров и 7,1 средний расход. 7,1, я считаю, это прекраснейший расход, потому что это расход, который был на протяжении всего времени, населенными, с пробками в Киеве, с бездорожьем непосредственно в горах. Так что вот такая вот получилась поездочка. Осталось нам, наверное, где-то километров 250. И мы будем уже наконец-то дома. Пока все. Ну что, ребятки, доехал я наконец-то к своему городу. Домой еще не доехал. Слава Богу, без больших происшествий, что у меня было в дороге. Это отвалилось было вот это зеркало. Слава Богу, у меня был герметик, посадил на герметик 2 минутки, все ок. Что еще было? Из-за того, что у меня здесь была трещина, я не заметил, попала вода, и у меня при включении света, я ехал на круизе, то у меня не горели стопы, повороты, замкнулась здесь, в этом месте. Лампочка сгорела. Тоже все позачищал, лампочку поменял, все начало работать как надо. Ну, доеду домой, засниму километраж, какой я поеду.
Ну, вот я дома зачехлил. Показываю. 7,1. Это у нас совсем абсолютно. С городами, с Карпатами я не обнулял. Расстояние пройдено 2129, плюс я не сразу это все дело снял, где-то 202 и чуть-чуть километров пройдено. Вот так вот. Уже дома, слава богу, все хорошо. Фух, ну что ж, всем хорошего настроения, всем удачи. Кто с Украины, с праздником. Всего доброго, пока.